Друзья, всем доброго времени суток. Добро пожаловать на канал Завода. Меня зовут Дима, и мы продолжаем с вами проходить Far Cry 5. Ребята, не забываем подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Так, ну что? Мы вроде собирались идти... Кто-то ворует. Медведь? Да. Бог с тобой, медведь. Так, мы идем, значит, к самолетику. А мы можем быстро переместиться. Да? Ну да. О, путешествие. Короче, сейчас откроем, посмотрим, что там за самолет красный такой. А дальше посмотрим по обстоятельствам. Ну, очевидно, какое-нибудь задание выполним. Это очевидно. Так, что тут? Типа тут закрыто. Да, читать. Так, доберитесь до взлетной полосы. Я добрался. Твою ж мать, раз. Ты опять сломал гребаный генератор. Как мне теперь открыть дверь и выкатить самолет из ангара? Я сгоняю за Шепом, попробуем починить. И богом клянусь, если ты опять не закрыл люк, я тебя уволю нахрен. Значит, люк. Оба-на, это что? Это у нас степной перец. Пригодится степной перец. Так, а как наверх-то залезть? Люк. Так. Раз. На крыше что-то гниет. Я тут видел, как на соседнюю радиовышку сел орел, и у него что-то было в когтях. Видимо, он выронил добычу, теперь она жарится на солнце. Тебе не помешал бы залезть туда и прибраться. Бен. Как туда забраться-то? Алло. Мне лестница нужна, чтобы забраться здесь. Непонятно. Вообще непонятно. Еще рюкзачок заберем. Что-то я вообще не пойму. Или оттуда, что ли, спланировать сюда? Ну, сейчас попробую. Как мне еще наверх ангара забраться-то? А, вот, дверь открыта. Так, это мы забираем. Ништяки подбираем. Обязательно. Так, где тут кошка была, я видел, вот она. Так, забираемся. Красивое небочко. Красивое. Так, вот он, люк я вижу. Люк есть. Как мне теперь туда забраться? Ну, типа я могу на парашюте. Типа я могу... Еще как? Да что ж оно так шатается-то? Так, или как белка-летяга сейчас. Это было, а? Так, ладно, еще раз. Попытка номер два. Я туда заберусь по-любому. Ага. Так. Да что ж такое-то, а? Ладно, еще раз. Ты ж был на крыше прям. О, что-то светится. Темнеет уже ночь. Ха-ха-ха!
Так, еще раз. Почему она не раскрылась сразу, а? Ладно, пробуем еще раз. Ох, я какой настойчивый. Я настойчивый прям вообще капец. Так что... Еще раз. Уже небо. То небочко было, облака, а уже звезды. Ура! А вот она и эта дохлятина, которая тут валяется. Ах, ты что ты делаешь? Мне надо вниз. Да. Алло, ты вниз можешь слезть? Во! Так, здесь можно купить самолет. Да мне ничего покупать не надо, я его заберу так. Так, ништяки все подбираем. Башкотряс какой-то. Так, это у нас... Поднимать левел. Ну все. Теперь можно отсюда выбираться. Ух ты, как я это сейчас не пропустил, а? А это пропускать нельзя. Так, это тоже нам не нужно. Так, открыть, открыть. А... Что? Вот это типа нажать кнопочку? Блин, смотрите, там даже пулемет сзади есть. Нормально, нормально. Так, ну все, у меня есть теперь супер-пупер красный самолет. Это круто. Так, 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 так. Что теперь? Что теперь? Что теперь делать? А давайте. Это просто уничтожить вертолета. Ладно, это неинтересно. Давайте вот сюда вот доберемся, посмотрим, что тут за задание у них там есть. Чёрков опять. Так, войти. Ой, блин, не люблю самолета. И чё? Ускорение. Ага. А, стоп, 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 я не туда хотел, ну ладно, и тут залети. Дорога ж есть, есть, ну и все. Давайте уничтожить вертолет. Ну да ладно, не, потом. Я лучше потом с земли по ним от-ота сделаю. Так, 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 я близко лечу. А как мне выпрыгнуть-то? Выпрыгнуть. Не хочу его сажать. А, вот просто. Бом, шика, 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 бом. Все, сломался. Поливать тянет. Так, здорово, сенатор. О, кого я вижу? Да, это мой я. Мой новый ассистент. Че, как есть сам? Есть для тебя задание. Знаешь, что такое джерримендеринг? Нет. Ну, откуда тебе знать? Ты же простой гражданин Америки, как и я. В общем, это заумный мухлёж с избирательными районами. Как-то так. В общем, когда наступят выборы, может оказаться, что я провалился, потому что долбанные сектанты не стали голосовать за меня. За кашу. О них что угодно можно болтать, но на выборы они ходят. Вот так и выходит. Чтобы выиграть, мне нужно вернуться в прошлое и так передвинуть избирательные районы, чтобы не учитывать сектантов.
И это наводит на одну мысль. Вот если бы эдемщики просто не явились на выборы... Заметь, я не даю тебе никаких указаний, но... Решив эту проблему раз и навсегда, ты мне очень поможешь. Если ты понимаешь, о чем я. Конечно, я не приказываю тебе никого убивать. Это же противозаконно. Это ведь технически противозаконно, да? Но вот если бы тут стало чуть меньше сектантов, потому что они, ну, скажем, споткнулись и упали прямо на пули, а? Тогда у меня будет больше шансов. Район, о котором я толкую, находится на перекрестке возле той забегаловки, где подают гриль. Прихвати с собой моего отпрыска. Он, конечно, редкостный придурок, но стреляет метко. С идиота и взятки гладкие. Может, его даже за решетку не посадят, если он что натворит. Ну и какого хрена ты ждешь? Шевелись! Так, я понял тебя, чувак. Короче, надо там кое от кого избавиться. А ты ручки марать не хочешь. На, я понял. Так, 1200 метров, ого. Куда идти надо? Так, доберитесь до перекрестка. Тёрк старше просит вас помочь. Мы в предвыборной борьбе, уничтожив как можно больше сектантов в округе. Ага, ну быстро переместиться я могу сюда. Давайте сейчас путешествуем. Путешествуем сейчас до точки и идем, налаживаем, так скажем, предвыборную кампанию Тёрка. Чувак, он, конечно, жесткий. А, и кстати, да, я ж эту зацепил себе новую видеокарту, так что графоний просто максимально выкручен. Картинка вообще шикарная. Так, зачистите. Вот, вот эту территорию. Здесь раз, два, три, четыре, пять. И все? Ну, это, в принципе, несложно будет. Сигнальных каких-то огней нету. Так, кто едет? А где вертолет? Я не вижу. А, вон он. Лети, лети. Нечего тебе тут делать. Опа-на. Здравствуйте, ваша тетя. Ладно, с вертолетом у меня... Слышу, слышу. Невезучие сектанты мрут один за другим. Так держать. Давай, 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 остановись. Блин, не попал. Чё, у вас так наехало много? Я не знаю, кто мне помог, но мне помогли. Надеюсь, им не придет в голову играть со взрывчаткой или перебегать дорогу в оживленном месте. Ну да, это именно так и выглядит. Пришли дорогу в оживленном месте. Просто. Так, где тачка остановилась? Так она мимо едет или не, я не пойму что-то. Наркотики всякие, чтоб не были тут. Так, и чё, ну я вроде зачистил, всех убил.
Что еще надо делать? Даже записка какая-то есть. Ладно, потом почитаем. Ага, патроны. Так, еще приехали дяди. А, и он... Не один, двое. Либерасты и канадцы тоже не хотят за меня голосовать. Но это я так. Так. Где? Что? Вот это нормальная пушка. Ты справился. Молодец. Мы с тобой вернем Монтане былое величие. Слушай-ка, может возьмешь старушку Нэнси? Будешь разъезжать на ней повсюду, и мои будущие избиратели поймут, что они под надежной защитой. Да, конечно, возьму, что нет. Не привози сюда больше младшего. Никогда. Ванна, тачка. Помощник должен тебе сказать. Не попал. Некоторые не попал. Парни, не были уверены в том, что я поступил правильно. Но теперь они изменили свое мнение. Я тут ни при чем. Попал. Это все ты. Поступки важнее слов. Все больше людей вступает в ополчение. Ты даешь им надежду. Мы так давно этого ждали, помощник. Очень давно. Кто там стрелял? А, это не по мне. Показалось, что пуля пролетела близко. Так, ну чё, помогли мы, значит, сенатору. Дальше, чё у нас? Дальше заданий нет. Дальше только вот медвежье логово. Там пойдем какое-нибудь задание зацепим. Тоже выполним. Это бункер. Страшно бункер. Кстати, в магаз бы зайти. Надо в это патрошки пополнить-то. Так, там я выполнил все. Для тебя есть работа. Че такое? Помнишь отель Grand View? Дыру, откуда мы тебя вытащили. Ну и че? Придется туда вернуться. Яков держит там одного из наших. Его зовут Брикс. Собирается промыть ему мозги так же, как и тебе тогда. Надеется выпытать у него про волчье логово. Я не уверен, что парень долго продержится. А если он проговорится, нам конец. Так что нужно поторопиться. Кое-кто считает, что лучше просто его убить. Но если убивать своих, чтобы спасти свои задницы, то чем мы тогда лучше Якова? Верно, ничем. Я на такое не пойду. Вот что мы сделаем. Уитти состряпал депрограммирующую запись. Ты ее уже испытал на себе. Я дам тебе кассету, и ты поставишь ее вместо той, которая работает в камере Брикса. Ну, и посмотрим, что выйдет. Если все пройдет гладко, парень придет в себя. Если нет, ну, будем решать, что делать. Так, добраться до... Так, это я подберу, а вот я все заберу себе, нифига себе. А почему я в прошлый раз это все не собрал? Привет тебе. Так, нам нужно добраться до отеля Grand View. А где этот отельчик-то? Ого, как он далеко. Ну ладно, зацепим тачку сейчас. Какую-нибудь. На вертолете не хочу, хочу на машине. А здесь магазин, машин нет. Магазины с машинами. Так. Нужна большая дорога. Это у нас будет вот здесь. Ой. Чуть-чуть убился. Обана, чайка. Место охоты. Карибу. Не. Мне сейчас никакие карибу не интересно.
А я же могу, знаете, как сделать? Чё-то я это вообще... Так, отмена. Где? Вот. Короче. Сейчас я путешествую сюда. Беру тачку. Потом в тачке, да, если вы не знали, когда ты в тачке путешествуешь, то вместе с тачкой переносишься. И я вместе с тачкой перемещаюсь. И ну и дальше понятно, что доезжаю просто и все. Так, машины. Мне нужна нормальная какая-нибудь чётенькая прям тачуля. Вот типа вот такого. Вот это мне нравится. Не знаю почему, но она мне нравится. А это что такое? Откуда? А, это вот, чтоб стояло. У меня вот эта штука есть. Я где-то такую подбирал. Гавайская... Гавайский башкотряс. Уже есть. Вот его давай используем. Все. Управлять транспортом. Да. Башкотряс на месте? На месте. Так, это Илай. Вижу тебя на камерах. Грандвью прямо к северу отсюда. Шевелись. Ага. Так, я что-то не понял, а почему он башкой не трясет-то? Башкотряс, алло. Чё-то он нифига не башкотряс. Какая-то подстава прям жесткая. Так, и здесь максимально ближайшая точка где? Наверное, вот здесь. Путешествие. Там по прямой фью, и выйду. К волчью логову. Почему не к волчьему логову? Потому что там надо. Где моя тачка? Ого. Ого, это все я, если что. А я не понял, где моя тачка? Или типа один раз я то, что переместился, это просто баг был? На самом деле нельзя, да? Ну ладно. Но я думаю, сейчас на каком-нибудь перекрестке мы все-таки тачку найдем. Ну или остановим. Во-во-во-во-во-во-во. Так. Да, давай, чуваки, выходим. Я понимаю, что так нельзя делать. Давай, забирай ключи, мне не жалко. Да, я знаю, что тебе не жалко. Так, все, отойди, мне ехать надо. Я вам помогал слишком много. Так, а где это? Ё, и прям столы. Кстати, она может что-нибудь интересное рассказать. У нее восклицательный знак. Говори. Тут столько патрулей и дэмщиков. Нужно быть очень внимательным. Черт, Бо. Он может и научился выживать, но война — дело другое. Пойдем, проверим, как он. Мы прогнали дэмщиков. Давай. Яков, небось, в бешен. Я потом приду, проверю. Проверила. А это... Он откуда взялся? Просто посреди дороги появился. Негодяй какой, а? И вот эту тачку мы заберем. Она поинтереснее будет. Так, 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 нормально, нормально, нормально. Кстати, светает день, это хорошо, это хорошо. Это типа свой.
сожалению. И я не спалил сразу. Просто и наши здесь, получается, в форме ездят, и чужие тоже в форме ходят. Да? Да тоже свой или чужой, непонятно. Так, давай, серпантины пошли. Так, сколько метров-то? Кстати, 300. Блин, а что, что за движение такое жесткое-то, а? Так, и... Вот он, отельчик перед нами. Grand View отель. Ну ладно, сейчас, значит, будем штурмовать.